Здравствуйте! Сегодня будем распаковывать керамику. Началось все с того, что я увидела в городе очень красивое украшение из крупных керамических бусин на кожаном шнуре. И вот мне захотелось таких. Стоили они очень дорого, неоправданно дорого. И я решила, что я сама их сделаю. И поэтому первые бусины, что я заказала, это были крупные бусины, круглые. Вот такие красивые. Сейчас я вам их покажу. Керамические. Посмотрите, какие бусины. Это бусины 18 миллиметров. Каждая бусина просто произведение искусства. Сейчас наведу на резкость. Вот, смотрите. Какая красивая бусина. Это ручная работа. Они не очень ровные. Вот видите, тут вот у нее такая горка как бы, но она очень-очень красивая. Вот другая бусина более круглая. В общем, каждая бусина – это отдельная как бы история. В общем, нет бусин одинаковых. Они все, вон, горка почему-то у многих есть, но очень-очень красивые бусины. Вот такие бусины я взяла. Потом я купила красные. Тоже эти уже 16 миллиметров. Вот такие большие-большие бусины. Керамические, очень красивые, мне нравятся. И еще я купила вот к этим бусинам, вот такие, вот к этим вот темным бусинам, купила еще вот такие 16-миллиметровые. Они коричнево-синие, тоже очень-очень красивые. Это все ручная работа, керамика. У них совершенно разные рисунки, поэтому и именно из-за вот такой вот специфики, из-за того, что они каждая, можно сказать, имеет свое лицо, я решила купить. Особенно мне вот эти 18-миллиметровые нравятся, они просто шикарные, у них рисунок такой очень-очень красивый. Ну и когда я уже начала заказывать эти, я уже увидела много-много разных бусин. И поэтому позаказала себе керамических бусин на все случаи жизни. Вот я нашла вот такие диски. Правда, нашла их после того, что заказала украшения с такими дисками, которые я вам потом тоже покажу. Диски вот такие красивые тоже. Бордовые, синие. Разные-разные. Многие тоже вот с такой вот какой-то вот непонятной капли видной как бы формой. Есть круглые, более круглые, но есть вот такие. Таких дисков в упаковке написано 20 штук, но я вижу 10 только. 10 штук в упаковке. Может 10, может я ошиблась. Диаметр у этих бус 20 миллиметров. Тройка у нас идет, поэтому если вы слышите звуки странные, не волнуйтесь. Теперь я заказала еще вот такие крупные бусины. Захотелось мне что-то крупного-крупного на какой-то кожаной, не знаю еще на чем, потому что лишь основу для этих бусин я не заказала. То есть на чем они будут висеть, но явно не на тросике и явно не на мемори проволоке. Вот смотрите, еще вот такие три вида бусин. Они все в одной позиции. Очень-очень красивые вот такие вот. Каждая бусина, я говорю, чем керамика меня привлекла, что они очень разные. У каждой свой рисунок. Потому что сделаны вручную вот эти бежевые, серые, можно сказать. Вот здесь у них голубой, а здесь больше оранжевый. Бордовые очень красивые такие бусины тоже. Вот такие бусины с большим
Может, можно их на мемори-проволоку поставить, но сверху силиконовый шнур. Не знаю еще, не знаю, что буду с ними делать. Я такая коробочка. Я собираю то, что мне нравится, а потом уже думаю, что делать вот с таким количеством бусин, что я себе насобирала. Потом мне понравились очень квадратные бусинки всякие. Вот такие миленькие квадратики. Там, по-моему, есть несколько цветов. Но я пошла уже в какую-то сине-бордовую гамму. Вот такие они почти квадратики. Они такие тоже все немножко разной формы, но очень красивой расцветки. Мне понравились. И еще я нашла бусины совершенно другого направления. Но был только такой цвет, и я не могла удержаться. И тоже скупила. Может быть, белая моя тарелка мешает смотреть цвет. Сейчас посмотрим. Может, так будет лучше видно. Вот смотрите, какие красивые зеленые квадраты. Они даже не квадраты, они граненые. А так, они какие-то граненые. Вот здесь еще у них огранка есть у этих бусин. В общем, шикарные бусины тоже. Все-все-все. Разной расцветки. Вот если их так посмотреть, они все разные. Очень красивые зеленые бусины. Ну, до этого я купила всякие мелкие-мелкие бусинки. И вот еще докупила себе таких, когда-то Ирина Шайдова показывала, мелкие всякие керамические бусины. И вот я еще докупила себе таких голубых. Просто мешочек здесь порванный, поэтому я не хочу его очень открывать. Таких коричневых с голубым, голубым с коричневыми. Тоже как проставочные элементы куда-то могут пойти. Еще там у меня и всякие плоские бусины. Но это старые-старые распаковки всех. Все, по-моему, их накупали. Купила я вот такие шикарные капли. Керамические тоже. Написано 4 цвета, но не верьте, их больше цветов. Вот только у меня их тут вот 6 цветов. Думаю, что это все. Все вытащила, да, вот коричневый, синий, красный, бежевый, желтый, зеленый. Очень красивые капли. Давайте посмотрим. Так, да, так лучше видно. Белая тарелка нам мешает. Вот такие красивые-красивые капли. Большие, 25 на 13. То есть, если уже делать такую подвеску, так она одна. Во-первых, они тяжелые. Даже, думаю, на серьги они не пойдут. Это только чисто вот... Можно просто даже такую подвеску на кожаный шнур сделать. Но приходит их много. 20 штук вот в упаковке. И почти равномерно распределены по цветам. По 5 штук каждого цвета. Хорошо, но я решила еще поискать что-то интересное и купила всякие украшения керамические. В них можно раскопать интересные бусины. Потом я увидела, что эти бусины можно купить отдельно, но как отдельные бусины, они меня не заинтересовали. Их много, а мне таких бусин надо по несколько штук всего. Вот смотрите, вот кожаный шнур тут. Правда, кожаный шнур тонкий. И вот такое вот красивое украшение. Вот эти вот бусины называются булыжники. Если вы хотите их найти, они есть отдельно. Причем нескольких цветов. Но вот мне понравились вот эти. Видите, какие они все разные. И еще к этим булыжникам вот тут есть вот такие бусинки, которые тоже есть отдельно. Я их видела. А вот эти бусинки вот здесь чуть плоские. Здесь круглые. В общем, очень красивые бусины. И в украшении, которое стоит не очень дорого, я решила купить их и тоже. Может, и так буду носить. Посмотрим. Это одно украшение. Стоят эти украшения недорого. Потом мне очень понравились украшения вот с такими бусинами. Кстати, таких бусин я не нашла отдельно. Вот такие вот, видите, полосатые коричневые бусины. Тут есть немножко фурнитуры. Тоже такой, какой не найти. Я такую не находила отдельную
фурнитуру. Немножко проставок. А Валь, посмотрите, как, ой, посмотрите, какие красивые тут бусины. Просто подобранные. Таких бусин я тоже не видела. В общем, сами бусины шикарные просто. Просто красивые очень. Мне они понравились. Поэтому я их купила. Такие бусины. И еще из этой же серии вот нашла я еще бусины более круглые. Вот, смотрите, вот такие. Видите, в другом украшении, но цвет у них точно такой же. Есть они в нескольких цветах, насколько я помню. Тут еще какие-то колокольчики бронзовые. В общем, можно вот здесь какая-то косичка, бусина из шнура. В общем, бусинки очень красивые. Вот это я точно разберу, потому что, ну, оно мне не нравится как украшение. А есть украшение, что можно носить даже так. Керамика очень-очень красивая. Теперь, что еще я нашла? Вот я это украшение заказала до того, как я заказала свои бордовые диски. Из-за дисков. И из-за квадратик, из-за вот этих кубиков. Но все равно я не жалею, потому что здесь очень красивые вот эти бусины. И проставочные тут есть, но вот эти вот кубики и диски еще. В общем, тоже такое украшение интересное, что можно или разобрать, или просто носить его. Тем более, что здесь диски вот эти, они круглые. А, нет, вот у них тоже есть как бы каплевидная такая вот форма. Вот они тоже капельки немножко. И последнее. Вот еще есть вот такой браслет, который называется «Камень счастья». Потому что камень, а рядом с ним хамса. И поэтому называется «Камень счастья». Кстати, вот здесь проставочные бусины деревянные. И вот так как у меня деревянная распаковка была, и там много бусин деревянных, можно действительно соединить вот такие вот всякие интересные бусины керамические из дерева. Вот это керамика. Вот такая симпатичная филигранная хамсочка тут. Браслетик, конечно, ну не знаю, на какую руку, но точно, ну не половину руки он не берет. Браслетик счастья. И вот эти бусины отдельно я не нашла. Есть они в двух цветах. Эти украшения, по-моему, в зеленом и вот в таком вот цвете. Посмотрите, какие бусины. Посмотрите, какие шикарные бусины керамические, совершенно непонятной формы, но очень красивые. К ним вот компаньоны есть. В общем, можно тоже что-то сделать совсем другое. А можно оставить и так. Оно длинное, достаточно длинное это украшение, поэтому все равно надо коротить. Но что такое, я думаю, такие бусины можно носить близко, как чокер. Одну такую бусину красивую вставить. Вот такое украшение. Ну и когда я накупила вот такой керамики всякой-всякой разной, надо к ней что-то, какую-то фурнитуру. И вот я нашла такие диски, которые очень могут подойти. Они такие, этника такая. Очень красивые бронзовые диски. Размер у них 39 миллиметров, почти 4 сантиметра. Вот такие большие диски, их всего 3 штуки в упаковке. Можно с ними, с керамикой что-то сделать красивое. И всем известные вот эти бусинки. Когда-то я распаковывала бронзовые, сейчас мне пришли вот красные меди такие бусинки. Их 4 штучки. Есть упаковки по 30, насколько я видела у Шайдовой. Ну, это известные бусины, их все заказывают. Но они тоже могут очень хорошо подойти к керамике. И чтобы как-то разбавить проставочными, я нашла рондели матовые. Матовые рондели, которые все-все-все, в общем, очень напоминают керамические. Хотя это стекло, и я набрала их всех
тех цветов, что я купила бусины, вот смотрите, видите, вот синие, серые, потом вот такие вот, вот к красным дискам моим, вот сюда, вот эти и эти тоже подходят, вот такие коричневые подойдут, коричневые, не коричневые, вот подойдут вот к этим. В общем, такие вот рондели очень интересные, не блестящие, а именно матовые, напоминающие очень-очень керамику. И они мне вообще понравились. Там есть почти все цвета. Но я взяла такие, которые действительно близко подходят вот к моим всем керамическим богатствам. Ну, очередные бусы в мою копилку до каких-то идей, до какого-то вдохновения. Не знаю, ли нужно брать с меня пример и покупать и делать только там, не знаю, мало. Я не продаю украшения, но все равно желаю вам приятных покупок, интересных находок. Счастливо!